Сегодня в московском аэропорту Шереметьево проводы Софьи Рудевой, которая отправляется на Багамы для участия в конкурсе «Мисс Вселенная». 19-летняя девушка уже является обладательницей титула «Мисс Россия», который она получила в этом году. И, как рассказала перед вылетом сама конкурсантка, она подробно изучила информацию о Багамских островах и первым делом намерена отправиться на пляж. Гардероб девушки поместился в 4 чемоданах, и чтобы всегда быть в курсе событий, с собой Софья взяла ноутбук. Я лечу с прекрасным настроением, готовилась по усиленной программе, сама расписала себе тренировки за месяц. И целый месяц я занималась подиумным шагом, постановками под выходы. У меня будет несколько туров на конкурсе. Я всегда представляю себе в голове, как должна выглядеть идеальная там, мисс Вселенная или идеальная мисс Россия. Вот, пока формулы работали, там посмотрим.